Чиновника из администрации Ленинского района, который угрожал снести торговый павильон в Черемушках, накажут. Прокуратура закончила проверку Виталия Иванова, который устроил незаконный рейд по ларькам и откровенно грубил продавцам. Теперь мэрия может его уволить. Окончательное решение примут позднее. У диспетчерской службы 205 в Красноярске появился сайт. Ранее она работала только в телефонном режиме. На сайте можно оперативно узнать об отключениях электричества, газа, тепла и водоснабжения. Обратная связь от пользователя на сайте отсутствует. Красноярцам показали готовый вариант новых автобусных остановок на проспекте Мира. Их закрыли прозрачным пластиком, установили лавочки и повесили карту города с отметкой о текущем местоположении. Стойки павильона покрыли антивандальным составом. Детский сад в Белых Росах все-таки построят. Мэрия начала искать подрядчика. Стоимость сооружения – 174 миллиона рублей. Здание строителям нужно сдать до конца октября следующего года.